вас были деньги, хотя бы на первое время, и нужно знать, чем вы там будете заниматься. И каким-то образом узнать про рынок труда, какие профессии популярны, либо, может быть, иметь какой-то удаленный доход, как сейчас модно, да? И тогда жить, где вам вздумается и где угодно. Но я бы все равно рекомендовала пробовать. И если у вас получилось, например, жить в Швеции, в Германии, в Финляндии, в Италии, то наслаждаться жизнью. А если не получилось, то пробовать в других странах и не останавливаться, и не оглядываться на мнение окружающих людей, что они вам советуют, потому что у каждого свой опыт, и не нужно отказываться от именно своего личного опыта из-за мнения других людей. А, вот так вот, да? Вера, скажи вообще, как у тебя все началось, когда ты приехала, когда там вот 8 лет назад, как у тебя первый год, там второй год? Ой, вы знаете, я не знаю даже, что там сказать. Но я учила шведский язык, потом я работала, потом я не работала. То есть, замужем или нет? Я вообще не замужем. А, не понял. Да, я не замужем, и я, как сказать, не очень хочу говорить именно вот про тему отношений, потому что я предпочитаю ставить приватной. Вот, и что касается, опять же, отношений со шведом, с итальянцем, с французом, с англичанином, с русским, тоже не хочется обобщать. Тоже хочу сказать, что у каждого свой опыт, что старайтесь, чтобы любовь победила. И чтобы у любви не было границ национальности, либо стран, и тем более... Ну, конечно, бывает сложно найти общий язык из-за разницы в менталитетах, и из-за этого многие пары распадаются, и получается такой негативный опыт. Но я уверена, что если между вами настоящие чувства, там девушки или мальчики, которые хотят встретить другого человека из другой страны, то это все должно как-то образоваться лучшим образом. Вот. Но они не возникало таких чувств, что уехать обратно в Россию, например? Ну, иногда возникало. С какого города? С Москвы? Нет, я вообще из Кировской области. Но я жила в Санкт-Петербурге 7 лет. Что касается вернуться или нет назад, то я к этому отношусь тоже очень философски. Я считаю, что вот ты там, где ты есть. И если ты вернешься назад, лучше не будет, потому что ты привезешь себя. Точно так же, как ты, если переедешь в другую страну, то тоже лучше не будет, потому что ты привезешь в себя. То есть нужно именно работать с собой. Но, например, если у людей такой опыт, что вот им не понравилось, или у них какие-то отношения, которые мне нравятся, допустим, с мужчиной, попадают девушки там в такие ситуации, когда они думают, что сейчас я устроюсь через брак, и ей плохо в этих отношениях, то, конечно, тогда нужно возвращаться домой. То есть не надо терпеть. Вот если тебе плохо в этой стране, то едь там, где хорошо будет. Если это дом, то едь домой. Если это другая страна, старайся попасть в другую страну и найти там себе счастье. А вот если брать шкалу на 100%, например, вот здесь все-таки Швеция, на сколько процентов счастлива, вот если 100% брать? Знаете, сейчас такой это очень сложный вопрос счастья, потому что я бы сказала, что ситуация в мире, она настолько быстро изменилась за этот год, пока мы сидели и расслаблялись и проводили время со своими семьями или там на удаленной работе или с детьми, и правительство нам говорили, что вот это такой период замедлится, потому что пока мы замедлялись, мир изменился очень быстро. Уже изменился очень быстро. А изменился, чувствуется здесь Швеция, да? Ну, здесь даже речь идет не о Швеции, а, например, вот, ну вот что будет дальше? То есть мы будем жить в масках или мы не будем жить в масках? Как мы будем путешествовать? Как мы будем работать? Как мы будем учиться? Как будут дети проходить обучение? Будет это онлайн или не онлайн? Как мы будем вообще общаться? И вот, конечно, эти экзистенциальные вопросы, они меня мучают. Поэтому мне сложно сказать, что я на 100% счастлива. Я думаю, что если человек, который видит ситуацию в мире, вообще что происходит, то ему очень сложно оставаться вот в таком розовом пузыре, в котором он счастлив. Вот я сопереживаю. То есть мне, конечно,
непросто наблюдать за всем, что происходит. И просто я могу сказать, что это не в Швеции только, это во всем мире. И очень сложно именно сохранить счастье, но нужно стремиться к нему, нужно делать то, что тебя радует, общаться с друзьями, встречать новых людей, не знаю, заниматься спортом, гулять на природе, чтобы не то, чтобы быть счастливым, но хотя бы сохранить какой-то баланс счастья и несчастья. Угу. Здесь что-то не хватает, да, вот сейчас какие-то моменты? Что конкретно? Ну, если брать именно мой личный опыт, то я скажу, что я очень скучаю по подругам. То есть вот подруги, да-да-да, подруги, дружба, вот этого мне не хватает больше всего в Швеции. Всего остального хватает. Это как-то общения не хватает вот этого, да? Или там с компанией? Ну да, да. Общение, компании, подружек. Так а здесь какие-то там подружки, шведки, может быть, уже там новые? Или... Нет, нет. Нет пока шведок, да? Ну, они, как сказать, я скучаю по своим подругам, по своим. Я знаю, что такие, какие они у меня есть, я их не встречу в Швеции. Угу. И они не будут шведками. То есть вот так вот могу сказать. Угу. Ну, дружба, да, это основное, что мне не хватает. Ну, в целом, не знаю даже. Ну, из-за этого приезжать там в Россию обратно не хочется, да? Из-за подружек, там, общаться с ними. Ведь многие же из-за этого приезжают, там, например, вот там, охотником. Ну, я думаю, что это скорее ностальгия по таким хорошим временам, которые прошли. То, что даже если ты сейчас переедешь, то, может быть, все уже и там изменилось. Поэтому вот я хочу сказать, что в одну и ту же реку два раза не войти. И нужно искать опору именно с той точки жизни, на которой ты находишься сейчас. И именно из своего внутреннего состояния. Неважно, где, в какой стране, нужно уметь быть счастливым везде. Ой, ну понял. Стала, как ты себя здесь? Ну, я не знаю, мне сейчас именно, я бы сказала, мне сейчас тяжело, потому что если раньше было, то есть я нормально здесь побуду несколько месяцев, а потом поеду поработаю в Италии, потом к маме в Россию, увижу своих друзей, все нормально, то сейчас я своих друзей очень давно не видела. Вот Вера, по-моему, ты единственный человек, которого из своих русских друзей видела. То это, да, это действительно тяжело. То есть если постоянно находиться со шведом, именно со шведом, вот как у меня такой шведский швед, такой мало, швед. Который мало говорит, который такой вот, я просто такой человек очень активный, мне все время надо что-то делать, куда-то идти, куда-то бежать, чем-то заниматься, а он такой, ну, неактивный. И когда если к друзьям не поехать или друзей не пригласить, потому что он всегда говорил, если хочешь, приглашай своих подружек там с России, с Украины, пусть приезжают. А, к вам, да, сюда? Да, да, он спокойно к этому всегда относился, говорит, ой, мне наоборот даже легче, ты хоть будешь с ним ходить, я посплю. Сейчас вот из-за этих закрытых границ это очень тяжело. Вот просто, я не знаю, я уже в такую депрессию здесь вхожу, это просто... Это кошмар. Прямо из-за этого, что, да? Из-за того, что нам общаться не с кем? Да, потому что очень тяжело. Ну, с Верой мы иногда видимся, но у нас просто разные ритмы жизни. Она очень рано встает, а я наоборот сама. А, ты долго и поздно ложишься, да? Да, ну плюс у меня еще вот парень работает в ночную, он приходит в 6 утра. В 6 утра приходит? Да. Это каждый день он приходит в 6 утра? Или, да, или да, ну кроме выходных, да. Ух ты, это у меня такое, всю ночь, получается, его нету? Угу. Да, поэтому вот так. Еще вот. Какие-то, что за работа такая? В баре поработать. Нет, все закрыто, говорит, все. Все закрыто прям? Да. И даже если что-то, там какие-то пару баров были открыты, мне сказали, если ты приедешь, да, начнешь работать, не факт, что ты сможешь вернуться назад. Все закроется. А, в смысле, в Швецию? Да, да. Так, вроде так-то здесь переехать все можно, конечно, это не говорят по телевизору. Нет, ну просто когда вот закрыли Италию конкретно. Вот, ну вот это в то время, весной, да, март месяца. Это был такой ад. Вот по сравнению с этим Швеция была просто... А ты там была прям, да? Я, слава богу, была в России. А, в России была в это время? Да, я как раз приехала к маме на 8 марта, и все. Так ты отсидела все в России, да? Вот это да, я пока посидела. Ну, потому что я думала ехать в Швецию, не ехать, а потом мне сказали, что тебя, может быть, и не впустят, потому что у тебя французские документы. А в Швецию тогда, ну, по крайней мере, я слышала, что на тот момент, когда летом, что даже если вы находитесь в отношениях, не факт, что тебя впустят, что многих именно в аэропорту. Там такой полный допрос был, полная жесть. Как раз я летела, было все спокойно. Но те, кто я слышала, что летом летели, что было проблема. А ты когда приехал-то? Я в октябре приехала. А, в октябре только? Да, то есть уже все. Пустили нормально все? Да, все спокойно. Пешком шла через границу. Да, я пешком шла через границу из Ивангорода в Нарву, я шла пешком. А, это чтобы вылететь? Да,
Эстонию. Вот в Эстонию у меня спокойно... Из Эстонии, получается, вылетал, да? Да, да. Из Эстонии через Данию в Швецию прямых рейсов не было вообще. То есть это, ну, два дня ушло пути. Два дня ушло? Да. Это, получается, ты из России пересекла через Эстонию, да? Угу. А там пустили нормально все? Вот в Эстонии вообще спокойно. Спросили документы, куда едешь, все. В Дании еще так они кочевряжились там немножко, там, а зачем вы едете, а как там? Ну, это была женщина, уже мужчина пограничили, так, пропусти девушку, уже у нее все нормально с документами, билеты есть. ID есть, да, и французская, получается. А? Французские документы есть, да, получается. А вот в России... Комфортнее все-таки здесь, вообще, получается, ты в России была, да, вот в октябре приехала только. Как вот тебе там ощущение, здесь вот? Вот, честно, такой ветер свободы. Сначала, конечно, был Таллин полностью, вот, заходишь, никто маски не носит, никто не носит маски, все такое, Мурманский, чистый, да? Воздух. Не, в Таллине. А, в Таллине. Да, потому что я же ехала вот из Питера, в Ивангород оттуда, Нарва оттуда, потом Таллин. То есть там вообще никто не носил маски. Даже сейчас там ввели масочный режим, но вот мои друзья эстонцы говорят, что ну, не особо там соблюдают, потому что в это не верят там особо, в общем, как-то так. И да, это было удивительно, что после России, где везде в этих намордниках надо, даже на границе. Сейчас, да? Да, ну, самое первое вот впечатление в России, ты переходишь границу, там все в намордниках, переходишь границу Таллин, все спокойно. А, маски ни у кого нет, да? Нет. А, даже все-таки. Да, а потом Дания, а вот в Дании это такое жесть, это просто кошмар. Я была в Копенгагене, в аэропорту 5 часов. Там, ну, если в России, допустим, многие носят эти маски, ну, спускают их. В Дании по аэропорту за мной охранники гонялись, потому что у меня маска была с этим, с молнией, чтобы подышать. Нет, натянула быстро, вот так вот. И, в общем, это такой кошмар. Они до такой степени в это верят, если, допустим, даже, ну, в России, ну, и в других странах. Я знаю, что можно шарф натянуть, да? Нет, там только маска и только вот, чтобы вот из этой синтетики была вот. Именно вот они вот в это верят. Ну, а, в это верят, да? Ну, так если они убили сейчас всех норок-то в Дании, ну, что с них взять-то? Я, ну, такое ощущение, что эти люди сошли с ума. Стала, а скажи, вот, например, сейчас ты в России жила там несколько месяцев, да, полгода, и вот сейчас вот в Швеции, как вот ощущение, вот, например, менталитет, вот, некомфортнее жить для тебя? Ну, сейчас, конечно, вот так и ходишь в Швецию, дышишь чистым воздухом, спокойно, хорошо. Ага. Природа-то здесь отличная, потому что вот несмотря на то, что, ну, закрыли большую часть мест, вот мы, допустим, на каток хотели, там, в музей сходить, да, их закрыли, но надо вот ловить хорошую погоду, если хорошая погода, все, тут есть очень много красивых мест, леса потрясающие. Здесь. Вот, да, поэтому просто, ну, я... Ты Заводск вот после там сравнить, если, например, с Гетеборгом? Ой, вот честно, такая вот огромная разница, вот, допустим, мой парень там не понимает, почему ты вечно хочешь куда-то ходить, я говорю, ну, в леса особенно, я говорю, у нас все леса вырубили, это не Петрозаводск, это Петромагазин, все леса вырубили, одни там супермаркеты, но нету такого, чтобы пойти чистым воздухом подышать. Здесь воздух настолько чистый, что еще, наверное, начинает голова болеть, настолько он чистый, серьезно. А это же очень важно, когда вот особенно вот эта пандемия, все ходили, вот что, наденьте маски, когда вот, ну, ты не получаешь кислорода и дышишь своим углекислым газом, это очень, ну, да, влияет на... Ну, конечно, это же кошмар, да. Так кто-то, наоборот, вот там вот, на свежий воздух вышел, ему надо быстрее в город приехать, чтобы подышать машинным этим, ну, как дымом, вот, а то, ну, не хватает что-то. Я, честно говоря, этого никогда не понимала. Хотя вот я скажу, вот в Швейцарии воздух до такой степени чистый, свежий, что вот даже начинает голова кружиться. Вот там он просто вообще такой, что я не могла привыкнуть. Очень тяжело. Где тебе вот больше всех понравилось жить там? В Италии, в Франции жила. Я думаю... Франция, Швеция, да, вот четыре страны. Где больше всех понравилось? Ну, вообще, если бы я не вышла замуж за французов, в Хельсинки мне очень жилось комфортно, в Финляндии. А, в Хельсинки, да? Да, в Финляндии мне нравилось, в принципе, потому что там, ну, ты знаешь, что ты защищен, да, если ты потеряешь работу, тебе помогут. Плюс конкретно в Хельсинки там очень много людей с разных стран. И да, может быть, финны, они не такие там дружелюбные будут помогать, но все другие, они объединяются, тебе сразу же помогают. У меня были лучшие друзья с разных стран, вот, и то есть как-то я себя чувствовала там комфортно, вот именно в Хельсинки. Во Франции, вот Марсель, Ницца и Канны, идеально просто. И в Италии, ну, в Италии, в принципе, мне везде нравилось. В Италии везде нравилось? Очень хорошо, да, очень комфортно. Вер, а расскажи вообще вот про миграцию, как вообще вот миграция выглядит вот для тебя? Ну, я бы сказала не лично про себя, но какие-то общие выводы я сделала, безусловно, на своем собственном опыте. Я считаю, что когда вы эмигрируете в какую-то страну, то вам нужно в эту страну быть чуть-чуть влюбленной.
И на начальном этапе влюбленности вы будете не замечать недостатки. Но, безусловно, потом, как и в любых отношениях, даже, например, с молодым человеком, также и со страной, вы будете видеть какие-то недостатки, когда вы познакомитесь с ним поближе. И я хочу провести вот эту аналогию между, что отношения со страной, они тоже должны пройти стадии. И влюбленности стадию, и стадию отвращения. Может быть, когда все раздражает, тебе кажется, что тебя никто не понимает, у тебя ничего не получается. Ну и также стадия принятия, когда ты уже начинаешь более спокойно относиться к тому, что тебе не нравилось раньше. Может быть, понимать, видеть какую-то другую точку зрения. Ну и жить там, где ты есть. Но это сложный процесс, и он занимает у людей разное количество времени. Кому-то годы потребуются на это, кто-то вообще никак, никогда не адаптируется, будет страдать и застрянет вот на этой стадии неприятия. Какие-то люди, возможно, будут путешествовать по разным странам и искать себя в разных странах мира и уезжать при первых там каких-то тучках, когда им что-то не нравится. Но я думаю, что да, у каждого свой путь. Но в целом вот такую общую тенденцию я бы все-таки отметила, что чтобы стать счастливым, нужно все-таки принять в чем-то, полюбить по-настоящему то место, где ты есть. А как считаешь, чтобы это стало твоим домом. Как считаешь, ты вот уже интегрировалась полностью или пока еще, скажем так, как-то непонятно? За 8 лет. Вы знаете, в Швеции очень часто вот это слово интеграция, 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 я его слышу на каждом, потому что здесь большое количество иностранцев, которые приезжают и пытаются интегрировать абсолютно другие культуры в шведское общество. Я не считаю, что полная интеграция возможна, потому что здесь есть что-то такое внутри тебя, что тоже говорит «стоп, вот это я, а это вы». Но я считаю, что возможно какое-то более или менее счастливое сосуществование. Но что касается вот еще такой вот интеграции, я думаю, что когда у тебя есть работа, то ты интегрировал. То есть это уже достаточно, чтобы считать, что да, я интегрировал в это общество, я плачу те самые налоги, высокие, о которых люди говорят здесь. И вот я вношу свою часть. А что ты делаешь дома, как ты думаешь, какие ты там книжки читаешь, с кем ты общаешься, это уже никому не касается. Ну, именно главное интегрировать, может быть, на каком-то экономическом уровне. Либо ты тогда для себя решаешь, что я такой гражданин мира, и мне нравится путешествовать по разным странам и жить везде недолго. И это другой путь. Совсем другой путь уже получается. Да, интересно. А вообще вот за 8 лет жизни здесь вот не было сожаления какого-то? Что не та страна, например? Ну, у меня не было сожаления, что не та страна. Вот именно, что не та страна, у меня не было сожаления. То есть я стараюсь себя так воспитывать, чтобы в принципе не жалеть о жизни, о том, что ты сделала. Потому что куда девать эти сожаления? Что с ними делать? Вот тебе жалко, и что ты будешь делать с этим? Да ничего, наверное. Вот поэтому приходится принимать. Но не та страна, нет, меня не смущает. Но я не говорю, что я здесь хочу прожить всю оставшуюся жизнь и достать. Нет. А куда ты хотел переехать в другую страну уже, да? Вообще, так, планы какие-то? Ну, конечно, мне все-таки интересно посмотреть мир, посмотреть другие страны. Но все равно, да, я могу сказать, что я еще держу открытые возможности для себя, что я буду жить в каких-то других странах и путешествовать или даже пробовать. Но я думаю, что здесь зависит от того, чем ты хочешь заниматься в будущем. И как ты себя видишь в какой-то профессии, как она сочетается с той страной, где ты находишься. Но опять же, вот в реалиях, конечно, локдаунов, закрытых границ, я думаю, что сейчас уже у мира совершенно другие проблемы, какие он будет преодолевать. А что вообще намечается здесь в Швеции вот, с этим, в связи с там, пандемиями? Как-то здесь есть какая-то информация? Или непонятно тоже? Люди держат неведение. Ну, я бы сказала про пандемию в Швеции, что сначала я очень была рада шведскому пути, когда государство надеялось на сознательность граждан и не принимало строгих мер. Но теперь на октябрь 2020 года даже у нас вылезли вот эти меры, что нельзя встречаться больше, чем 8 человек.
И они уже носят законодательный характер, а не рекомендательный. Не знаю. Не знаю, что будет. Непонятно. Непонятно. То есть думаю, что Швеция, она свой путь не отстояла, о котором она заявляла, что у нее особый путь и стадный иммунитет, а именно прогнулась под стратегию Европейского Союза. Угу. И будет дальше действовать в том направлении, как решает Европейский Союз.